Зеркальный лабиринт. Такая палка, что стучать, чтобы не разбить зеркала. Кто-то тут ходит, непонятно, кто где ходит. Один и тот же человек везде раздает. Так, ладно, пойдемте. Палка. Нужно пойти сюда, уже голова. Саша, ищи маму. Я ищу. Где ты? Вот такой вот классный зеркальный лабиринт. Первый раз здесь. Вот. Дети ходят, взрослые. Детский билет 150 рублей, взрослый 10 рублей. 20 минут. Можно ходить.